Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «У книжной полки» и я, ее ведущий Андрей Печерин. Автор данной книги Борис Петрович Якимов. В мае этого года он стал лауреатом Патриаршей литературной премии. А ранее, в 2008 году, он был удостоен премии Солженицына, который, в свою очередь, написал следующее. Во множестве ярких рассказов и очерков Якимов рисует мало кому знакомую обстановку нынешней сельской местности с ее новым бытом, манящим возможностями и крутыми угрозами. Этот живой поток якимовских картин, раздвигая наши представления о непростой жизни сегодняшней деревни, помогает восстановить хотя бы мысленно единство национального тела. Новая повесть лауреата многочисленных премий Бориса Якимова снова о родине, дорогом и главном для автора месте на земле – Задонье. Она вышла в свет в издательстве «Никея» и называется «Осень в Задонье». Повесть о земле и людях. Повесть «Осень в Задонье», по словам издателей, в книжном формате издается впервые. Предваряет произведение «Предисловие», написанное российским журналистом Дмитрием Шиваровым. К нему мы сейчас и обратимся. В русской литературе есть такое испытанное понятие «классик». Им сейчас разбрасываются направо и налево. Зайдешь в книжный магазин и оказываешься в окружении классиков. Классик современного детектива, лучший роман классика постмодернизма, знаменитое произведение классика любовного романа, успешный роман современного классика. А вот Пушкина при жизни никто ни разу не называл классиком. И Достоевского, и Чехова. И не потому, что критики были тогда злые и несправедливые, просто люди были бережнее со словами и не торопились делать из человека памятник. Они понимали, что судьба писателя решается не только его современниками. Как не всякий пожилой монах, к которому стекаются верующие и которого называют старцем, становится подлинным старцем. Так и не всякий увенчанный премиями модный писатель станет классиком. Одна из таинственных закономерностей русской литературы состоит в том, что чаще всего в сон классиков у нас входят те, у кого при жизни не было ни раскрученности, ни успешности, ни высоких рейтингов продаж. Вспомним Афанасия Фета с его нераспроданными «Вечерними огнями». Все это имеет прямое отношение к судьбе Бориса Якимова, который вот уже почти полвека уединенно, тихо и сосредоточенно работает в Калаче-на-Дону. Пришел он в русскую литературу в начале 70-х годов. И не из теплицы лет института. Позади было детство в Игарке, безотцовщина, армия, завод. Жизнь не была к нему ласкова. Но взялся он за перо не для того, чтобы живописать зло, и не для того, чтобы закрываться от него в придуманном мире. Он взялся рассказать о жизни так, чтобы люди почувствовали, увидели. И здесь, в этой тягости земного бытия, есть свет. И этот свет всегда рядом. «Всякая эпоха бывает тяжела», — говорит Борис Петрович. «Но жизнь не может остановиться на нашей очередной беде. Жизнь есть свет». Как отмечает Дмитрий Геннадьевич, в Москве многие впервые услышали о Якимове только в середине 90-х, когда в «Новом мире» вышла его повесть «Пиночет» и рассказ «Фетисыч». Пиночетом односельчанин прозвали председателя колхоза, попытавшегося на краю пропасти удержать свое хозяйство. А Фетисычем за рассудительность и раннюю самостоятельность звали на хуторе 9-летнего Яшу. История о том, как умерла единственная на всю малокомплектную школу старушка-учительница, и мальчонка отправился искать ей замену, эта история пронзила всех тогда, кто ее прочитал. Да, проза Якимова милосердна. Но в ней нет ни следа поверхностного благочестия, ничего елейного, сладкозвучного, ласкающего слух. Здесь жесткие столкновения, суровые обстоятельства, вся обыденность русской глубинки, бьющая наотмашь, одних и тянущая на дно уныние других. Но не только.
Также в прозе Екимова, по словам автора предисловия, есть и ночная тишина, и звездное небо над степью, и прохлада после дневного жара, и те сотни и тысячи степных звуков и запахов, о которых, кажется, уже никто, кроме Екимова, не напишет. Он выводит читателя к свету, по-отцовски, крепко взяв его за руку. Не оплакивает своих героев, твердо веря в силу их духа. И эта вера незаметно, без публицистического нытья, передается нам. Не надо плакать. Будем жить. Церковь у Екимова – это не место слез и жалоб, а маяк для моряков, попавших в жесткую бурю. Герои Екимова могли бы сказать вслед за Иваном Аксаковым, писавшим своей невесте: «Бог есть не только утешение, но и сила на подвиг, труд, деятельность, на жизнь». Екимов предельно сдержан во всем, что связано с церковью. На его страницах не мелькают священники, монахи, семинаристы или паломники. Рецептов духовной жизни здесь никто не выписывает. Никогда и нигде не звучит имя Христово у писателя в суе, а лишь очень редко в устах детей и стариков. Для Екимова освященный верой внутренний мир человека свят и неприкосновенен, как тот невидимый монастырь, который в повести «Осень в Задоне» открывается только детям. Эта деликатность писателя, его целомудрие и ненавязчивость возвращают читателю уже забытые нами благоговение и робость перед порогом храма Божьего. Возможно, именно суровая сдержанность и принципиальная неелейность прозы Екимова так долго мешали православным издателям разглядеть этого писателя. Только в 2015 году у Екимова вышла первая книга в православном издательстве. Екимовские герои отстаивают у времени и пространства свое право на нормальную человеческую жизнь на родной земле. Пусть поначалу полную трудностей и невзгод, но настоящую. Они непрестанно слышат голос совести, и, очевидно, поэтому они так одиноки в нынешней жизни. И повесть с безмятежным, казалось бы, названием «Осень в Задоне» тоже об одиноком стоянии в правде, о мужестве честно жить и расти детей, о людях, гонимых обстоятельствами, бандитами, чиновниками, но не покидающих свою землю. Одинок человек, но не бессилен. Вот, например, один из героев повести, пастух Алексей, был застигнут страшной грозой вместе со своим стадом. Но он не предался животному страху, а нашел силы и слова для молитвы. Автор пишет об этом так. «Гром гремел беспрерывно, порою тяжким ударом, что земля ходуном ходила. Алексей понял, что нужно ждать и молиться. Словно овца, покорная, лицом навстречу плывущим тучам, после тех же овечек, мокрый, грязный, озябший, он опустился на колени, утонул ими, сплотившись с раскисшей землей. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас». После первых же слов молитвы Алексею сделалось спокойнее и легче. Потоки воды его омывающей, удары грома и сполохи молнии уже не тревожили, потому что он думал и молил Господа не о себе, но о старых да малых, о людях и прочей живой твари, которую нынче Господь испытует. Конец цитаты. Как отмечает автор предисловия, повесть эта была написана задолго до событий на Украине, до нашествия беженцев в Европу. Но тревожный гул приближающейся трагедии слышен у Екимова в каждой строчке. Даже дивные екимовские степные пейзажи, сравнить которые можно лишь с чеховскими в степи, пронизаны полынной горечью. Степь с ее незыблемым горизонтом и метущаяся, рваная, будто взорванная изнутри жизнь людей, которым остается уповать лишь на небо. Как пронзительны у Екимова образы детей и стариков, причем не только русских, но и чеченских. После горьких событий 90-х годов судьба выбросила немало чеченцев на донские и приволжские земли. С отцовской нежностью и тонким пониманием национальной самобытности описана в повести дружба русского мальчика Тимоши и чеченской девочки Зухры. Эта дружба, как чуть слышный колокол над притихшей ночной степью. Внемлют ли ему ожесточившиеся взрослые? Бог весть. После ухода Виктора Астафьева
Василия Белова, Валентина Распутина, все чаще можно прочитать о Борисе Якимове «Последний деревенщик», «Последний крестьянский писатель». Но точнее это будет сказать Якимов, один из последних христианских писателей советской литературы. Как то вспоминает Дмитрий Шеваров, я спросил Бориса Петровича о том, что привело его в литературу. Обычно на этот вопрос писатели отвечают долго и глубокомысленно. А Якимов сказал: «Самое хорошее определение было у Есенина. Божья дудка. Божья дудка зовет не к славе, почестям и сытой жизни, но всегда к тому, чтобы взять свой крест. Это и есть главная тема Бориса Якимова. Возьми свой крест и следуй за мною». И раскрывается эта тема не в назиданиях, не в декларации героев, а в их поступках, в том, какой выбор они делают в искушениях, опасностях, а порой и на краю гибели. Дорогие друзья, на этом наша передача подошла к концу. О новинках православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.